всім! Це «Фітнес з відкритим» та «Hello Body». І сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, як же за допомогою звичайних вправ покращити вигляд нашого обличчя. У звичайному житті ми звертаємо увагу на тіло та робимо комплекс вправ, який допомагає нам почуватись бадьоро. Та не завжди звертаємо увагу на обличчя. Якраз сьогодні за допомогою фітнес-тренерки Оксани Пашкевич ми зможемо зробити декілька дуже якісних вправ і будемо виглядати молодшими, ніж ми є. Ми робимо своїми руками, моделіруємо своє лице з допомогою упражнень, з допомогою масажів. І, звісно ж, не забуваємо, що наше лице закінчується в зоні декольте. Ага. Обязательно, обязательно прорабатываем и зону декольте, и обязательно наши кисти рук, потому что... Руки – це наша молодість. Да. Що нам треба робити і чи це справді можна сказати, що фітнес для обличчя? Звісно, це упражнення, прежде всего. І второй момент – ми сокращаємо мишці і потім їх розслабляємо. Точно так же, як ми тренуємо своє тіло, тобто качаємо, да? А потім робимо розтяжку. То же саме відбувається і з мишцями лиця. Ми сьогодні будемо націлено працювати з обличчям. Хочу сказать, что все упражнения мы должны делать четко, с ровной спиной, опущенные плечи, обязательно у нас зажатые, да, вот так вот лопатки расправленные, мы не скрещиваем ноги, 90 градусов стопы, 90 градусов голень, 90 градусов бедро, 90 градусов спина, подкрученный таз, то есть мы не выпячиваем назад ягодицы и не делаем здесь себе живот. Угу. Вот мы четко сидим, вот как вот... Ревненько сидим. Да, да, угу. Да. Можно руки на колени, если мы при помощи рук что-то делаем, то тогда просто прикасаемся, при этом мы не задираем плечи, это очень важно. Начинаем мы с первого упражнения, это для поддержания угла молодости и как раз профилактика второго подбородка. Итак, разворачиваем лицо и шея, и голова на 30 градусов. Поднимаем на 30 градусов и выдвигаем вперед нижнюю челюсть. Сидим так или стоим, как удобно, 30 секунд. Опускаем голову и возвращаемся. Следующее упражнение для овала лица, упражнение лифт. Кулачок ставим под подбородок и очень медленно на 10 повторений опускаем вниз нижнюю челюсть. И вверх. И еще раз. На усилии все делаем. Так нужно сделать 10 повторений.
ногтя. Третье упражнение – это поддержка верхнего и нижнего века в тонусе. Делаем такие очки. У нас плотно должны прилегать пальчики к нашему веку. И делаем сжатие максимально, а пальцы у нас служат противовесом. То есть, да, как наш тренажер. Они не дают нам это сделать. Полностью сжимаем 30 раз. Потом, наоборот, полностью открываем глаза 30 раз. Вверх. Четвертое упражнение – ботокс для лба. Ставим ручки на лоб. Желательно, чтобы не накрыты были наши брови, а вот прям чуть-чуть слегка выше линии брови. Делаем сжатие вверх, да, вот. А руками мешаем, сопротивляемся, чтобы не было наших вот этих вот заломов, да. То есть вот так вот делаем постоянно вверх, вверх, вверх. При этом взгляд мы уводим тоже вверх. Так нужно сделать тоже 30 раз. Пятое упражнение – профилактика морщинки. Она называется морщинка гордеца. Мы ставим пальчики, средние подушечки пальчиков, на линию брови, на начало. И прорабатываем вот такими вот массажными движениями, да, разглаживая как бы эту мышцу. Так желательно тоже 10 раз делать. Каждое упражнение, каждый комплекс лучше заканчивать расслабляющим таким дождиком по всему лицу. Так. Лобных морщин. І ці 5 вправ, вони націлені на те, що кожного дня ми будемо робити 9 хвилин оці вправи і будемо краще себе почувати і, звичайно ж, дуже гарно виглядати. Оксана, дуже дякую вам за цей комплекс вправ, який допоміг нам почуватись іще краще. І я сподіваюся, що кожній жінці, можливо, і чоловікові, який долучиться до таких вправ, буде, звичайно, набагато краще. І той результат, який буде помітно вже за декілька місяців, він справді того вартий. Я рекомендую хотя бы просто попробовать
один раз. И вы действительно увидите уже даже после первого выполнения, увидите, как у вас появился естественный румянец, а не, да, там нарисованный какой-то татуажем или макияжем, то есть и кровообращение улучшится, и улучшится даже мозговая деятельность. Может быть, вы новые открытия какие-то совершите. Звичайно. Так і буде, так і буде. Дуже дякую вам. Сьогодні ми з вами пропрацювали наше обличчя і зону декольте, і вже тепер набагато краще себе почуваємо. Тому дивіться нас ще, приєднуйтесь, робіть вправи разом. З нами це був фітнес з відкритим та Hello Body. Побачимось!